Представители мэрии Черкесска совместно с сотрудниками МВД провели профилактический рейд в Центральном парке республиканской столицы. Предметом внимания проверяющих стали уличные аттракционы, которые установлены прямо на пешеходных дорожках. Подробности у Мурата Джанкезова. В теплое время года на территории Центрального сквера с завидным постоянством появляются различные детские игровые аттракционы. Это батуты, установленные прямо на газоне. Это детские игровые автомобили, которые кружат, не рискуя ненароком сбить пешеходов и самых маленьких посетителей парка. Профилактический рейд состоялся на основании многочисленных жалоб. Люди просят разобраться с тем, законно ли организована торговля развлечениями. В соцсетях постоянно люди обращаются с жалобами, с обращениями на то, что в сквере невозможно спокойно пройти, отдохнуть, так как вот вы сами видите, что огромное количество машинок по прокату, батутов и так далее. В ходе проверки хозяева торговых точек не смогли предоставить необходимые документы и разрешения на установку батутов и прокат детских автомобилей. Мало кто знает, но операторы подобных устройств нарушают правила санитарного содержания и благоустройства города. Однако, как говорят сами предприниматели, в целом они находятся здесь на законных основаниях. Мы открыли свое ИП, и каждая точка имеет свое электричество, и стоим на законных условиях. Но мы чуть-чуть нарушили, поставили батуты каркасные. Вот из-за батутов теперь приходит торговый отдел. Но, тем не менее, горожане приходят, которые бабушки не могут спуститься на Зеленый остров. Они приходят и говорят, что как спасибо вам большое, что вы здесь поставили развлечения для детей. В ходе проверки установлено, что у тех, кому принадлежат аттракционы, нет разрешительной документации для занятия этим видом деятельности. Сегодня мы предупреждаем всех тех лиц, которые осуществляют сегодня деятельность, по данному факту, что если они будут продолжать осуществлять свою деятельность, на них будет, к ним будут применены меры административного взыскания. Все владельцы аттракционов предупреждены о запрете на занятия подобной деятельности на территории Центрального сквера. И, как нам стало известно, сразу после рейда предприниматели обратились к мэру Черкесска Алексею Баскаеву с просьбой войти в их положение. По итогам обращения им дано время до конца сезона, чтобы направить предпринимательскую деятельность в законное русло. Мурат Шантезов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.